меня сегодня выходной, и встает вопрос, а что посмотреть в Лос-Анджелесе, куда поехать, как провести этот день. Есть очень популярное туристическое место в Лос-Анджелесе, называется обсерватория Гриффит, она находится на вершине холма, и оттуда открывается вообще такой вид на весь Лос-Анджелес с высоты птичьего полета. Туда сегодня и поедем. Чё, кто сегодня за руль? Понятно. Поначалу в Лос-Анджелесе меня очень удивляли вот эти дороги, которые как будто сделаны из бетона, знаете, как бетонные плиты на аэродроме. Вот, но позже выяснилось, что это старая технология строительства дорог. В США лет 50, может быть, больше назад их делали бетонными и сверху покрывали асфальтом. И знакомые дальнобойщики, которые объездили уже все США, говорят, что практически во всех штатах дороги асфальтированные. И только в штате Калифорния часто можно встретить вот такие фривеи, которые, ну, просто бетонные. И технология строительства таких дорог позволяет прослужить им где-то лет 300. Но они вечные, они просто неубиваемые. Было бы здорово, если в России стали делать дороги по такой технологии, и их хватало бы на столько же лет. Но вернемся к нашему путешествию. Самое главное — это найти место, где припарковаться. Сегодня среда, вроде не выходной. Что-то парковки все забиты. Что-то будем кататься искать. Надо посмотреть, что там на знаке написано, можно ли вообще здесь парковаться. Может быть, нет. Так, здесь написано, что с заката и до рассвета, то есть ночью, нельзя стоять, машины будут эвакуированы. Взяли с собой немного еды, роллов перекусить перед подъемом наверх, и нам прям повезло. Такая вот эрия. Отдых. Вот здесь можно руки помыть, воду попить. Столики стоят. Класс. Что, пойдем в тенек туда или здесь? Наверху, да. Туда пойдем? А тут оказался просто какой-то стол. Не пойдет назад. И вот она пошла, тропа в гору, и вон она, обсерватория белая. Хоть сегодня будний день и туристический сезон вообще закрыт из-за ковида, народу вообще очень много гуляет. Слушай, у меня ребята пишут в комментариях, что они не могут, хотят переехать в Америку, но не могут, потому что их вторые половинки не хотят ехать, отговаривают и говорят, что я там буду делать, что вообще девочка, ну, на мувинг же не пойдет работать. Чем вообще девчонке можно заниматься по приезду в США, когда еще нет документов? Что ты можешь сказать? Для девушки здесь есть несколько вариантов работы. Это, например, горничные, да, убирать частные дома, квартиры, офисы. Либо вариант работать нянечкой, вот, очень, ну, достаточно предложений из русских семей, да, то есть не обязательно знать язык. А также, если вы там работали у себя в стране кем-то из индустрии красоты, здесь это очень востребовано, то есть мастера по маникюру, педикюру, колористы, парикмахеры, мастер по шугарингу, в общем, все что угодно, здесь это очень востребовано, особенно, как бы, да, девочки из России, здесь нет золота. Мы уже поднялись немного повыше. Какая красота. Отсюда сразу открывается вид на знак Голливуда. И я вот думаю, не пора ли нам поднять птичку в воздух.
сидеть, конечно, на этой лавке, можно просто вечно наблюдать за городом, картина просто потрясающая, у меня нет слов передать, насколько это круто. Тут реально можно сидеть часами, встречать закаты, рассветы. Здесь на этой лавочке табличка, на ней что-то написано, кто знает английский, можете почитать, перевести. И от лавочки вверх финальный участок дороги до обсерватории. Сейчас мы немножко подышим и пойдем наверх. К сожалению, камера против солнца плохо делает и видео, и фото, но вот отсюда, наверное, видно, что с этого холма можно смотреть прямо на океан. То есть океан отсюда виден. К сожалению, ближе к обсерватории уже дрона не удается поднять в воздух. Он не взлетает, пишет ошибка взлета. Это территория вокруг обсерватории. Она закрытая, запрещена для свободных полетов, то есть нужно делать запрос. Если одобряют, можно летать и снимать без проблем. Почти поднялись наверх. Уже 30 минут упражнений сделаны. Осталось калории поджечь, и к вечеру все кольца будут закрыты. Обратили внимание, многие в масках там наверху. Площадка, охрана, большое скопление людей из-за вируса. Кто стучал? А, вон оно. Из-за вируса придется на маске там наверху одеть. Сейчас я вам еще покажу одного любителя постучать. Готовимся к взятию высоты. Какие-то норы. Надеюсь, это не змеи. Хотя, кто знает. Тут животные, ну, живность вообще любая свободно себя чувствует, ее нельзя охотиться, убивать. Законом это защищается очень, поэтому здесь есть все и белки, еноты, всевозможные птицы, ящерицы, змеи. Ура, мы наверху. Какая-то стела стоит, вон Голливуд вдалеке. А для тех, кто не хочет ходить пешком, гулять, сюда есть дорога для машин. И в той стороне парковка. Она обсерватория. Площадка прям такая ровная на вершине холма. Сюда можно подняться, я так понимаю, в любой день недели. Здесь всегда открыто. Здесь можно по поводу и без повода прийти. Кто-то пикник устроил себе, вон девчонки. Кто-то йогой занимается. Просто прийти провести здесь время. Блин, это супер, конечно. Посмотреть на город с такой высоты. Открывается все, и весь Лос-Анджелес, и океан. Бомба. Что здесь, во-первых? Так, это солнце, окей. И от солнца пошли круги, орбиты. Вот так правильно идти. Орбита Меркурия, Венеры, Земля. Орбиты, наверное, я так понял, сделаны в точности, ну, в масштабе. А, это солнечные часы. Смотрим, сейчас у нас 3 часа 18 минут. Смотрим, что здесь. Так. 2, 3, 3.20, 3.15, 3.18. Вот она, палочка. Слушайте, часы точно показывают. Еще немного покажу вам крейзи йога. Чувак просто сходит с ума. По газону в Америке ходить можно. Штрафы за это не выписывают. Газон — это просто трава и никакой ценности в Америке не представляет. Блин, я не успокоюсь. Он хочет ногу за голову закинуть. Блин, он сумасшедший. Многие фоткаются на фоне знака Голливуда именно здесь. Отсюда его видно, но он очень далеко. И на самом деле, вот я даже фотографию себе делал в соцсети. Я делал ее вот прям под знаком Голливуда, холмик. И вот с этого холмика туда можно доехать, на него забраться. И вот с него знак виден, ну, прям как на ладони, и он крупный, и фотки получатся гораздо лучше, чем снимать отсюда. А внутрь обсерватории сейчас мы никак не попадем из-за ковида. Опять же, он закрыт. Можно погулять просто по этой территории, подняться, спуститься. Ну и, собственно, все. Как только она откроется, я обязательно попаду внутрь. Наверное, когда работала обсерватория, здесь кафешка тоже работала. Можно было перекусить. Здесь все закрыто, там тоже все закрыто. Единственное, что вот мы сейчас вон туда пойдем, где люди,
Там смотровая на город, получше, наверное, видно будет город. Maybe I was so excited that I wasn't focusing on the negative parts. Maybe it depends on what part too, you know, the businessy parts. Вот на территории есть туалет бесплатный, Wi-Fi бесплатный. Вот она парковка. Не знаю, платная она или бесплатная. Pay here. Вон там написано на знаке платная парковка получается. Слушай, а как у тебя с английским? Свободно говоришь? Очень-очень плохо. Вот прям совсем плохо. Не знаешь? Ну, наверное, можно сказать так. Но я в процессе. Обучение, как и всем. Да. У меня просто на работе у двух моих коллег жены, они в совершенстве владеют английским. И одна работает редактором в какой-то газете, а вторая работает помощником адвоката. Поэтому, как вариант, если вы знаете, свободно говорите на английском, знаете язык, то для вас открыты больше дверей, открыто в этой стране. Столько людей на закат собралось. Розыгрыш бейсболок подходит к своему логическому завершению. У нас осталось всего две бейсболки, одну из которых заберет сегодняшний победитель. Выбирать ему придется либо темно-темно-синюю, либо белую. И уже в следующем ролике у нас останется только одна бейсболка без выбора, которую просто заберет победитель. Что сделать, чтобы выиграть эту бейсболку, вы и так все сами знаете. Я пожелаю вам только удачи. Не упустите свой шанс. Осталась последняя бейсболка.